Помогите! Однажды я проиграл битву. Вы встретили новый вид одержимости. Дьявол перехитрил меня. По мотивам реальных событий. И я бежал оттуда. Здравствуйте, отец Питер. Местные называют вас святым. Я не святой. Народ любит вас. Отец Майкл, вы добрались? Для того, кто был в аду, это не расстояние. У нас тут необычный случай одержимости. Говорят, в вашей практике было нечто похожее. Я чувствую его присутствие. Он решил продолжить игру. Господь оставил меня. Грядет воскресенье. Кого? Ждите. Стань свидетелем. Я совершил большой грех. Спаси и сохрани. Я виноват. Решающей битвы. Пора поиграть, детишки. В одном теле нет места для Бога и для дьявола. Да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как в аду. Как мне одолеть его? Для последней битвы не нужно верить в Господа. Нужно верить, что ты и есть Господь. Последнее пришествие дьявола. В кино с 31 марта.